Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Браво. И я, конечно же, не мог обойти white paper данного проекта. Кликнем на white paper и увидим, что их тут аж 5 языков. И один из них непосредственно русский, наш с вами язык. Поэтому мы конечно, выберем русский язык для того, чтобы нам было намного понятнее, чем на любом другом языке. Вот white paper загрузился, как видим, редакция 1. И давайте посмотрим, что же есть в white paper. Как видим, содержание у нас блокчейн, технологии, комплекты блокчейна, технологии ICO, экосистема. И, как видим, 33 страницы. Ну, так и есть, 34 страницы нам показывают. Современное инновационное решение, которое дает возможность совершать анонимные мобильные платежи в сфере услуг, искусства, малого бизнеса и где угодно. Ну еще бы, это же анонимно, можно отсылать и присылать когда угодно, кому угодно и сколько угодно. Собственно, для этого раньше и была придумана криптовалюта, для того, чтобы нельзя было ничего отследить. Но давайте поговорим немножечко о все-таки Браво. Пока, собственно, я вам листаю, вы можете читать, можете просто вникать в мои слова. Это уже ваш осознанный выбор. А я просто решил подвести итоги, которые были в прошлом видео, и, конечно, добавить немножечко еще. Прежде всего, стоит отметить, что Браво – это уже существующий бизнес. Приложение для анонимных микроплатежей. Удобной оплаты чаевых, одноранговой платежей P2P, оплаты задолженностей и прочих платежей. Приложение Браво было запущено в 2015 году, вскоре после основания компании, и довольно быстро получило большую популярность среди пользователей, получив награду зрительских симпатий в Сан-Франциско. Далее команда работала над развитием своего продукта и развела пользовательскую базу. В итоге быстро перешагнула отметку в десятки тысяч активных ежемесячных пользователей приложения в более чем 1000 городах США. Для тех, кто желает более детально ознакомиться с действующим приложением Браво, я уже в прошлом видео показывал, как и где это сделать. Поэтому я надеюсь, что у вас не вызовет проблем найти, где скачать приложение. Оно есть как на App Store, так и на Google Play. Как видим, здесь как раз это и написано. Перейдите на сайт, скачайте приложение. Вот именно здесь и сделаем это. Давайте выделим, что я бы... Ух ты, как плохо выделилось. Вот, я выделил вам, куда нужно перейти, но, конечно же, я это продублирую, и вы найдете это без проблем, ведь это просто сайт проекта. Ну, а мы с вами, собственно, продолжим разговаривать о проекте. И, в общем-то, проект развивался и понял, что ему нужно вводить свою, собственно, криптовалюту для того, чтобы люди смогли пользоваться именно ей и упростить для себя, собственно, и сделать приложение свое намного лучше. Вот мы видим, что кто угодно может куда угодно скинуть, то есть могут все в кофейню, могут из кофейни, неважно кому, артисту скинуть, артист кому-то, без разницы, кто и куда будет скидывать свои деньги, но при этом никто об этом ничего не узнает. Как видите, white paper действительно очень интересный, все наглядно, все расписано, очень красиво, мне лично нравится их white paper. На других языках будет все то же самое, поэтому мы даже не будем их сравнивать. Надеюсь, что мое видео было для вас полезно. Оно не только показало вам white paper, оно также и просто объяснило вам, что же это за проект. В следующих видеообзорах будет также интересно. Оставайтесь со мной и узнайте еще много чего о данном проекте. Спасибо, что были со мной. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании. Всего доброго. И до новых встреч!